8 декабря в селе Дунино у храма-часовни Архангела Михаила состоялся военно-исторический праздник «Дунинский рубеж», посвященный 78-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве за Москву. Участие в нем приняли реконструкторы из Кубинского военно-исторического клуба «Вечный огонь». После митинга и постановки военного эпизода прошла концертная программа. Затем развернула свою работу военно-полевая кухня. Гости-участники смогли отведать гречневой каши с горячим чаем и сладостями.